Протягиваются и выездные приемы отказных специалистов. Сустреча в формате «Живый диалог» прошла в населенном пункте УЗА Гомельского района. Проблема водозабеспечения – головное питание, с которым звернулись до удельников рабочей группы вязковцы. Мясцовые колодежи и сведровины на приватных подворках, крыницы воды придатны хуже для техничных потреб, чем для питья. Коли у вёску проведут централизованное водозабеспечение? У «Живым диалогу» приняла удел наш корреспондент Наталья Каприленко. Вода очень плохая, непригодна для питья, только для технических нужд. Многие покупают воду в городе для питья, а некоторые пьют эту воду, и дети пьют эту воду. У вёсцы УЗА больше, как 120 приватных подворков. У основном яны належат старожилам, а лишь шмат жилья побудовали и молодые семьи. Центрального водозабеспечения нема. В мясцовых мерках пошанцевало тем, чьи дамы размещены ля колодежев. Там вода лепшая по своих якостях, чем со сведровин. Коли регулярно чистить колодеж, кажуть мясцовые жихары, воду можно пить. Те, кто молодейший, мясцовую воду не пьют, привозят с города. С января месяца мы здесь уже живем. Фильтры мы меняем каждые 3 дня. Это фильтры за 3 дня. Стиральная машина аналогична. С января месяца она никакая уже. Так, вещи белые мы здесь не стираем, мы все отвозим в город родителям стирать. У центра вёски, не глядя на працовный час, шмат людно. На выездный прием пришли, как кажуть, и старые, и молодые. Специалисты Гомельского райвыконкама выслухали каждого, кто пришел задать конкретное питание. Чи можно вырешить проблему с водозабеспечением у вёсцы? Про эту проблему у райвыконкаме ведают и им кнутся да помогши людям, кажут удельники выездного приема. И тлумачить мясовым жихарам. Пытание проведения централизованного водозабеспечения у населенный пункт зараз пропрацовывается. УЗА занесена у спец вёсок, якія у хуткім часе злучатся водными артериями с Гомелем. Городским гомельским водоканалом разрабатывается схема водоснабжения города Гомеля, в которую в том числе планируется подключение близлежащих населенных пунктов от городской сети. В данной схеме рассматривается подключение населенных пунктов Ерёмина, УЗА, Победа, Березки, и, может быть, какие-то ряд других населенных пунктов, которые близлежащие расположены к городу. На данном этапе по заказе у Гомельводоканала распрацовывается проект водных коммуникаций. Различиваются могутности, техничные махчимости по подаче воды, потребности у объемах водозабеспечения. После этого будет вызначен план-график будовництва новых сеток у ближайших от областного центра населенных пунктах. В том числе здесь. В УЗЕ есть, не так далеко, новый квартал индивидуальной жилой застройки городской, в котором уже новые сети, в принципе, тоже диаметры их позволяют подключить этот населенный пункт. В УЗЕ центральный водопровод, по попередних даденных, з'явится на центральных улицах. От этих сеток громадяне смогут самостоятельно подключать свои домы. Первые работы по прокладке водных коммуникаций запланованы на початок осени. Наталья Каприленко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».